Так, я запустил. Эй, алло, слышь, ты занят? Да. Когда ты, блядь, будешь не занят? Я хочу, чтобы ты чекнул видосики, они пиздец угарные. Ну так, более-менее угарные. Ты долго там будешь занят, алло? Да, я с учителем со своим. Сосёшь ему ещё, блядь? Давай, скажи. Да, я уже думал об этом. Сука. Ой, так. Стоп. Никакой доты. Будем смотреть блог Дианы Шурыгина. Выложила первый ролик на СМ. Сука. Сверху. Не мешают смотреть Диану Шурыгину. Сука, выруби его нахуй. Ладно, я тебя вырублю на время. Так, ладно. Что у нас тут? Ребят, всем привет. Я знаю, что очень многие ждут это видео. Еще вы, блядь. Я, как и обещала, отвечу на самые задаваемые вопросы и расскажу, что и как у нас обстоит после передачи. Но перед этим я бы хотела передать привет Николаю Соболеву. Ой, блядь. И я поздравляю тебя с подписчиками и желаю дальнейшем удачи. Сука, блядь. Так, ну что, начнем? Привет, почему ты была меньше накрашена на второй и третьей части? Итак, на первую передачу меня красили стилисты. У них уже была заявка на макияж и прическу. На второй и третьей части макияж и прическу убирала я сама, так же, как и одежду. И поэтому это чисто мой выбор на вторую и третью передачу. Моё. Дальше. Диан, у тебя все сейчас хорошо, как ты себя чувствуешь? Честно, она волнуется, у меня аж руки трясутся. Я нормально себя чувствую. Часто ли узнают тебя на улице, что как ты на это реагируешь? Бля. Да, на улице узнают часто. Что тебе говорят? Ну, что они говорят? Они, некоторые просто проходят, смотрят, некоторые останавливаются, смотрят, некоторые задают там какие-то вопросы, да, например, как у вас дела, зачем вы пришли на программу и так далее. Блять. Реагирую я на это совершенно спокойно. Почему, ну, если блядь. К тебе просто адекватный человек подходит, да, будет какой-то адекватный вопрос, почему бы на него не ответить? Дальше. Привет, что ты будешь делать в дальнейшем? Конечно же, я хочу закончить учебу, продолжать жить нормальной просто жизнью. Я надеюсь, что все будет хорошо. Так, надо чекнуть дизлайки обязательно. Привет, ты на данный момент ходишь на учебу? Нет, на данный момент я не учусь. Привет, почему Семенову сократили года, если он реально виноват? В своей группе поддержки они собирали с людей деньги и все скорее купили свидетелей. У них были 3 адвоката, а все скорее были куплены свидетели. Но про свидетелей это чисто мое мнение. Привет, где тебя можно чаще встретить? Как тебе относятся люди, когда встречают? Что говорят и как себя ведут? Очень много вопросов. Этот вопрос у нас уже был, задает такой человек. Как себя ведут? Ну, блин, ведут себя в основном адекватно. Никакой агрессии нету с их стороны.
Привет, Диан, у тебя есть Ну, любимые почти. блогеры? Увлекаешься ли ты Ютубом в целом? Нет, у меня нету любимых блогеров, и в Ютуб я заходила вообще, ну, очень редко, и захожу до сих пор, то есть очень редко. Там элементарно посмотреть реально каких-нибудь котиков, да, или что-то в этом духе. Так, думаю, на этом все. Вопросов действительно очень много, и как бы это были часто задаваемые. Что бы еще хотела сказать? Я знаю, что многие сейчас переживают за меня и мою семью. Да, Блять, у нас все хорошо, сука. мы стараемся, мы держимся, мы сильны, у нас все получится. Пожалуйста, не переживайте так сильно, потому что прям очень многие переживают и пишут, мы переживаем, ответь. Я читаю, стараюсь отвечать на многие вопросы, читаю сообщения и пожелания в своей группе. Спасибо всем за поддержку. Вы мне самые лучшие. Спасибо, пока. Так, ладно. Ну-ка. Что это у нас? Пока. Так. Часто ли узнаю тебя? В гостях у Дианы Шурыгиной. Ебать, у нее уже 74 тысячи подписчиков. Лайки, дизлайки. 4 тысячи на 10 тысяч. Охуеть. Охуеть, так мало? Комментарии отключены. Ну, блядь. Были бы, наверное, очень интересные. Привет, меня зовут Диана Шурыгина, и я начинающий ютубер. Ладно. 64 тысячи. Странно. У нее есть еще какой-то видеоролик скрытый. Ладно, пофиг. Это было любопытно. Что там написал? Восемь лет строгача, чувак, о чем-то. Какой изнасиловать? Соболев, блядь. О, блядь, ну что за тупой пидор этот Соболев? Пиздец. Клоун ебаный, блядь. Смешно, блять. Так.
Почему закрыты фотографии? Блять, в группе Мэдисона фотки закрыты, пиздец.